детские повести Диккенса, Christmas Carol. Это будет ваше задание для российской школы врачей, чтобы вы лучше понимали сюжет, прекрасно представленный. Вы сейчас видели в исполнении хора. Это Christmas Carol. Это те рождественские песни, которые исполнялись, безусловно, рождественские церковные песни, они также исполнялись дома, и очень важно, что они исполнялись как благотворительные концерты для сбора денег, рождественские праздники для бедных. Поэтому ребята нам исполнили не только на английском, но и на латыни, и на немецком Yes, there's a new favorite. Where's Mr. Damien? Mr. Butters!